Ну все, я приехала в торговый центр. Крутая чекуля. Блин, я даже не верю, что у меня сегодня уже будут зубы. Высадила меня машина и поехала в клинику обратно. Ай, погуляю по торговому центру. Потом море вот так вот. Вита рекомендовала чуть-чуть пройти и пойти влево. Там будет водопад. На улице тепло, хорошо. Ну как тепло? Наверное, градусов 14 есть. Но еще раннее утро. Распогодится сейчас. Какая счастливая. О, тут, короче, досмотр. Давайте. Тут как в аэропорту. Zara Home. У меня и деньги, так главное, на карте есть. Я еще, знаете, что могу Артему позвонить? И он тут же мне перечислит деньги. Ну, с моей банковской карты они приходят в 5 минут. Если мне что-то понравится, мы все можем сделать. Музыка играет. Какой пледик, да? Такой плюшевый. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Бокальчики. Бокальчики красивые. Я же еще тут пивок. Попросили не снимать в магазине. Ну ладно, не снимать, не снимать. Мадам, на видео. Zara, Zara. Что это, блядь, самый популярный магазин? Я тут сейчас пробледнусь. То все, я крутая чекуля, а что у меня с такими-то зубами? Ха-ха-ха. Зубы на миллион. Реально они, наверное, миллион будут стоить. Ну а что у меня? Я шикарная женщина, могу себе позволить все что угодно. Нашла достойных врачей. Ну вот, вот такая жизнь. Так, вот такие магазины, вот такие. Макс Мара. Знаете, хорошая атмосфера. Я кофе уже пила. И капучино выпила, и двойной эспрессо выпила. Поэтому, знаете, кофе я уже пить не буду. А потом супчику похлебаю. Юбка, кстати, красивая. Юбка хороша. Эсочка. Цены, блядь, нет. А, 10 тысяч лир? Вы что, ёбнулись, блядь? 10 265 лир. Это почему кофта? 9 925 лир. Ой, пошла отсюда, блядь. Что за хуйня? Что за цена? Такой поросенковый цвет. Мне кажется, у Виты вот такие вот брюки. Почем она их, ну, купила? 8 875. Кажется, да, у Виты его. Или цвет такой схожий. У него много нарядов. Так, такая сумка. Почем? Бесценная. Такой, да? Миллион положить. Как в мультике. Блять, ну и за 10 тысяч лир ничего не покупать не буду, это 100%. Вот такой вот полуверчик, чтобы вы понимали, стоит 8250. Сейчас уценка 6215. Это в лирах.
Вы умножаете на курс рубля. 6 тысяч лир. Ну, чтобы вы понимали. Ну, как-то, знаете, цена же она должна быть оправдана. Ну, согласитесь. Но она должна быть оправдана. За что, блядь, за это платить такие деньги? Кофта стоит 6 тысяч лир. Это она стоит 18-19 тысяч рублей. За что, блядь? Вы что, ёбнутые, что ли? Ну, не стоят эти вещи столько. Знаете, из меня еще та модница. Я вон в васильке хожу и прекрасно себя ощущаю. Ощущаю себя на 3 миллиона, а выгляжу на 10 миллионов. Вот сейчас я вам покажу. Посмотрите. Ну вот же, вот она я иду. Вы гляньте. Вы гляньте, да что вот хороша, да? Ну вот просто гляньте. Вот. Ну я роскошная. Такое пальто. Ну вот хоть пальто, представляете, хоть пальто. 10 899. Ну это хоть пальто. А не брюки. Это вот красивое. 3099. Это, видимо, магазин со сходными ценами. Не 3000 рублей, мои хорошие, а 3000 лир. А лира сейчас 3 с чем-то. Вот. Вот что мне нужно. Вот такую вот я майку закажу. Сколько она тут стоит? 1499. Вот такую вот я закажу. Лена мне привезет. Кольцо, и сейчас я могу им пользоваться. И вчера поменял мне, знаете что, у меня был перекрученный ремешок, он мне его сделал, что он сейчас ровный. Вот. Музыка играет, это приятная атмосфера. Такой, да? Пиджачок. Скидка. Был 7500, сейчас 4879. Ну, нарядный. Брюки почем? Так, брюки отдельная цена. Видите, начальная цена 4000, сейчас 3000. Никто не берет, да? Чешую, блядь. Ну, красиво, там, конечно, красиво. Ой, блядь, в пизду. Вот зеркала мне тут очень нравятся. Для меня, для красотки. Вот, смотрите, ну-ка сейчас сделаю фоточку. Ну-ка, подожди, не так. Вот так вот. На заставку можно поставить. Что у меня, блядь, с ногами? Красоточка. О, слушай, ну хороший торговый центр. Большой такой.
Если что, повторяю, у меня есть бабло. У меня на карте, наверное, 1007 всего лишь. Ну, лир. Но можно сесть в кафе, попросить интернет, и тут же Артем отреагирует, и тут же у меня деньги будут. Ну, то есть, как бы вот... 2-3 часа нужно чем-то занять. Сейчас чуть-чуть распогодится, и я пойду в это... Геннадий? И я пойду в этот... Ну-ка, померяем шляпу. Ну-ка. Ну, хитровая шляпа. А мне, кстати, она подходит под образ. Вот с этой вот туничкой. А что, если я в клинику в хитровой шляпе приеду? Ну, вот серьезно. Ну, приеду вот такая вот, еще с новыми зубами домой поеду в шляпе. На Мерседесе. Это мои тестовые зубки. Домой уже вернусь с натуральными циркониевыми. Знаете, вот это вот гуляние по торговым центрам, вот для меня кажется, какая-то бесполезная трата времени. Tommy Hilfiger, Lacoste, Манго, все бренды, ну как бренды, в кавычках, конечно, бренды. Сифора. Как она? Сифора, да? Правильно сказала я? Пойду-ка погляжу. Кстати, помадку купила. Я купила помадку. Она у меня еще не початая дома лежит. Calvin Klein Jeans. Знаете, многие вот любят этот бренд. Можно попшикаться. Тут духи есть тестовые. 5650. Здравствуйте. Тык, реснички. Угу. О, палетки, да? Крутые. Такая текстура приятная. О, вот это вот. Кайф, слушайте. Почем такая? Нету, блядь, цены? Бесценная. Мерхаба. Здрасте. 2449, наверное. Да. Угу. Ну-ка. Мисс Диор. Понюхаем. Ничего тут нету. Ничего тут нету. Жадор. Голова сейчас заболит. О! Том Форд. Как же без него-то? У меня такой есть, как он? Забыла фирму, с которой сотрудничаю. Как? Напишите мне название. Собака, ванила. О, это вот достойный аромат. Табака, ванила. Пахнет церковью и кладбищем одновременно. Реально. Церковью и кладбищем. Это, конечно, знаете, такая вот линеечка. Ну-ка. У Том Форд есть Нероли Портофино. Так. Есть достойные ароматы, конечно. Для меня слишком сложное. Ничего не попроще. Видите, я что-то попроще.
Мне попроще надо что-нибудь. Сифара, сифара. Решила не пшикаться. Не хочу пахнуть могильником. Диор, Шанель. Диор, Шанель, вот, пожалуйста. Девочки, рай для вас. Кто любит деньги тратить, и кто не так красив, как я. Я просто как богиня хороша. Для меня все это не нужно. Ну, на кой хрен мне вот это вот нужно? Бащи? Да куда уж бащи? Так вообще просто ослепните. Так, это что, музыка играет? Я надеюсь, что не будет нарушения авторских прав. Армани. Так, ну-ка. Такие, да, красивые кубки? Очень даже. Зубки подготавливали, а мне тоже Вита предложила: хотите, пока вы сидите, ждете, пока у вас чуть-чуть анестезия отойдет, вас водитель отвезет в торговый центр. Я говорю: нет, не поеду. Она говорит: мы вам дадим маску, все будет красиво, закрыто, аккуратно. Я говорю: нет, я уж лучше здесь, в клинике под присмотром врачей. Думаю, нет, нет, нет. Ну, потому что, знаете, операции же у меня не каждый день. О, Господи, слава Богу. Слава Богу, что я здорова, красива, богата. Ну, короче, все при мне. А, Де Пари, я вспомнила. Я вспомнила, как называется. Фирма парфюма, с которой я сотрудничаю. Вот у меня скоро будет обзор. Очень даже скоро. В феврале, наверное. Ну, тут Girls Group Optic. Так. Локтане. Катон, LC Вайкики. Я нахуя поехала сюда, на этаж? В Вайкики, что ли? Развлекаю себя, как могу. Ла-ла-ла, Бойнер. А ну, зайду, пока смотрю кроссовочки. Я уже там, конечно, в корзину отложила, чтобы... О, Starbucks. Ну, нахера мне этот кофе нужен? Я уже напилась его. Я уже отложила в корзину эти кроссовки, чтобы Лена привезла. Лена сказала, что у нее 30 килограмм. Я могу рассчитывать на 10 килограмм, это еще точно. Да, такие кроссовочки? А ну, почем? 3,349. 3,684 были. Такие беленькие. Вот такие вот тапки за 600 рублей на Валберисе продаются. Вот такие вот, один в один. 600 рублей, начальная цена 5000. 5000 рублей, а здесь... 2,499 лир. Индирим. У меня, знаете, подошва привлекла внимание. Текстиль 3,849. Что за цены, да? Сделали бы 3,500 или 4,000. 3,849. А, 3,79. Сейчас уценили. 3,840. Пойдите нахер, блядь, с этими уценками. Понты, блядь. Понты. Вот я вот купила вот эти вот. Вот эти вот. Натуральная кожа. Прекрасные дышащие. В Турции производятся. Очень удобные. Очень. Просто, знаете, просто роскошные. Так в них и в пир, и в мир, и в добрые люди. Вы понимаете, что?
общем, я уже нагулялась по торговому центру. Я лучше сейчас пойду, мне кажется, на этот... как его? К морю. Я уже, честно, нагулялась. У меня уже... Ну-ка, вот тут эти вот кроссовки. Это что, не New Balance? 2840. 2899. Это не New Balance? Вот этот знак же, это, да? Это их логотип. Вся красота в подошву ушла. В корень. И все, блядь, давайте, прощайте, бойня. Ну, 2800 лир для обуви, в принципе, если она хорошая, это недорого. Я бы согласна купить. Я куплю за 500 рублей. Которые стоили раньше 5-6 тысяч. 600-700 рублей. Приеду домой, все оплачу. Укажу пункт выдачи. Леночке ближайшая она не написала. И все. Все получу. Боже мой, здесь еще есть наверх. Ну нет, у меня уже просто сил нету. Вот это вот. Свидрин. Это что? Это типа... А, я думала Вайкики, типа какой-то. ЛСВ. Я думаю, что это какая-то лабуда Вайкики. Ух ты, ко дню Святого Валентина завезли ночнухи. А ну. Синтетика, гольная синтетика, господи. Что ты тут положишь? Зачем вообще на такую маленькую грудь лифчик надевать? Вы чего себе возомнили, блядь? Такое бестие. Да еще, знаете, как это, как корсет, тут еще этот вот уплотнитель. Уша, господи. Ну, я тут что делаю, вы мне объясните? Вот такой вот. 249 лир. 250. 250 же, да? А я говорю 249. Обманки устраивают. Так все, пошла, мне даже неприятно это все трогать. Тамир-то ничего, у нас есть такой магазин, US Polo у нас есть магазин. Да, большой магазин. Подожди, дай-ка, можно спуститься вниз? Нет? Так, только наверх поднимается. Тут нету, да? А, вон там, вот эскалатор вниз. Отлично. Поеду посмотрю, что на нижнем этаже. Что на верхнем этаже, там кинотеатр я видела. Какие-то игровые детские. Очень много. А здесь? Да тут как-то, знаете, и к земле поближе. В цивилизацию, да, приехала? Массажные кресла. Не нужно расслабиться? А что мне расслабляться, если я не напрягаюсь по жизни? Так, я вот здесь зашла, да? Ну, где-то. Пойду я спускаться. Круг почета и на эскалаторе. Это для кого? Вот серьезно, это вот для кого? Ну кто, блядь, в этом ходит? Вы ебнутые? Вот зачем такое производить? О, маг. Вот такой магазин у нас тоже есть. Вот такой магазин у нас есть. Да у нас в Алании, в принципе, все есть. Так, это подъем. Мне нужен спуск вниз.
мне кажется, хожу по замкнутому кругу, да? Ну вот серьезно. На одних и тех же местах хожу, одни и те же вывески. Колумбия. О, Samsung. Вот это вот Decathlon, или как это называется? Это что-то такое? Пожалуйста, не прикасайтесь. Мы не собирались. Что это тут? Что за насыпь? Так. Слушайте, такой запах идет от этого. От материала, от гипса, что ли, пахнет. Пума. Пума, пума, пума. О, боже мой. Какая-то дизайнерская одежда чует мое сердце. Эко красота. Вы просто гляньте. Эко красота. Тяжелая, вот просто кофта. Очень тяжелая. О, куртка. Почем такая роскошь? А, 7 тысяч, так недорого. По сравнению, что там уже все скаталось. Уже, ой. Все, давай, пошла я отсюда. Она просеивает песок. Такой, знаете, наверное, для малышек, да? Такой мелконький-мелконький. У него прям ситечка, и она просеивает песочек. Ну, по торговому центру тоже полезно прогуляться. О, часики. Часиков мне не надо. Ну, если брать золотые, да? Ну, я вот, знаете, в принципе, у меня часы были только в детстве. Только в детстве, прикиньте. Думаете, почему? Потому что счастливые часов не наблюдают. И счастливые трусов не надевают. Это просто нам ни к чему. Вещи висят прям в проходе. Просто, знаете, неподъемные. Это, знаете, наверное, килограмм 11. Типа как понча. Я думаю, что вес вот из этой кольчуги. Вы просто не представляете. Если девушка наденет и будет сама весить 40 килограмм, вот эта вот штука будет весить ровно столько же, сколько девушка. Очень тяжелая. Очень. Франглер. Ли. По-русски детские площадки, коктейли. Илмаз Оптик. Ой. Брикст. Это что, спортивная какая-то, да? У нас так, вот у нас такие есть. Как к пятничному рынку идти, вот такие вот у нас, вот такая вот фирма у нас есть. Продается в Алане. Отто Кёч. Кёч. У нас вот такие есть в Алане. Фенер. Наверное, типа от футбольная команда. Фенербахче же, да, у них есть? Так, мадам Коко, Тефаль. English Home, Чуртелеком, Водофон. Я тут что хожу мне, скажите, а? Я хочу выйти. Пока еще не проголодалась. Сколько, кстати, время? Одиннадцать часов.
при добром-то раскладе в 11 часов я еще только бы из спальни вышла. А я тут уже все дела переделала. Прикиньте, я уже переделала все дела. Я уже в Анталию приехала, уже волосы помыла. У меня уже была контрольная примерка зубов. Я уже в торговом центре хожу шарить. Это невозможно. Какая я ловкая, да? От кого-то так, знаете, так прокуренным пахнет. Фу, блядь. Прям реально чем-то прям прокуренным. Какая-то пропастина прошла рядом со мной. Это что, магаз? Так я даже ничего не хочу. Яблочки я ела, пока в машине ехала с грушами. Кофе я попила. Через часик я захочу поесть. Зайду куда-нибудь. Джамба. У нас тоже джамба есть. О, смех, да? Ага. Смех, смех, смех. Красивый, конечно, магазин. Джамба, это, конечно, же роскошь. Мои тарелки вот дома. Из этого магазина. У меня похожие, только без золотой каемки. Тамам. Вот эти вот красивые приборы. 8999. Вот в таком цвете. В таком цвете, в золотом, 13500. Было 18000. Сколько предметов? На 84 предмета? 84 предмета? Цена создана 23 января этого года. Красивые ложки. Красивые ложки, красивые. Чайные пары. Кофейные пары. Маленькая вот эта вот кастрюлька стоит 1500 лир. Вот эта вот малышка. Да что же она сколько, блядь, не стоит? Она стоит 1500 рублей, а не 1500 лир. При всем уважении к бренду. Ну просто, знаете, люди, мне кажется, просто ёбнулись. Такие цены. Ну-ка, смех. 10940. Начальная цена 12870. Вот это вот. Это что, тостер? Цены нет. Так, все, блядь, я пошла. Меня уже тошнит. Я оттуда пришла. Так. Эти поднимаются и спускаются. Что там внизу? Выход на парковку, наверное, да? Так, все, я выхожу. Я выхожу, мне нужно отсюда как-то выйти и пойти к морю гулять. У меня заболела, блядь, голова от обилия товаров. И от цен. От обилия товаров и от цен, да. Пойду к морю, подышу, погуляю. Мне нужны свежие, хорошие эмоции. Я на выходе. Я на выход. Это что написано? Этикетин. Я решу. Может, не трогать руками? Ой, ёб твою мать, ты посмотри, что.
Центр вообще, в принципе. Так, Чикыш, да, выход? Чикыш, Нерде. Где около, блядь, спасибо. Может, да, Чикыш, Гириш, это вход, Чикыш, это выход. У кого спросить? Даже никого нет. Я хочу сюда выйти уже. Я спросила, выход выше, линия выше, там выход. Там Медиамарт, большой магазин. Вот эти вот ребята мне подсказали. Я начала спрашивать на турецком, они начали мне отвечать на русском. Вот так вот. Все говорят на русском, весь мир. А если мы будем изучать автомат Калашникова, весь мир заговорит на русском. Ага, а вот он выход. Прекрасно. Прекрасно. А я, наверное, не здесь зашла. Или здесь. Но главное выйти. Не, главное выйти. Я уже не могу тут больше находиться. Может быть, я вышла не с той стороны. Ничего, прогуляюсь. У меня есть время. Так, пляж Сахил, да? Знаете, что я поняла? Что я не взяла очки солнечные. Вот что я поняла. Это Анталия, детка. Это новый уровень жизни, понимаете? Сейчас с моими зубами я вообще буду так. А я, может быть, потом еще буду и брюки себе за 10 тысяч покупать. А вот дайте, чем черт шутит? С такими-то зубами. Хера ли мне? Че мне там кидать зубы, эти брюки за 10 тысяч? Ну, конечно, нет. Я что, куку, что ли, на тряпки тратить? Нет. Я лучше подкоплю, еще квартирку возьму.